Артисты шоу «Открытый микрофон» на ТНТ рассказали зрителям, что Ольга Бузова богоподобно изображает разумную речь и умело скрывает свои два высших образования. Также, по их мнению, если пролистать всю ленту в Инстаграме, то можно увидеть, как Дмитрий Тарасов собирает вещи и уходит из дома. Они высказали это Ольге прямо в лицо во время съемок передачи «Прожарка». Но Ольга нашла в себе силы достойно ответить на эти публичные унижения. Она заявила: «Многое появляется в моде и сразу уходит. Эмма, вайперы, вайны, паркур. И все это временно. А критиковать Бузову модно последние 10 лет».